Привет всем! Давно у нас не было обзоров на десерты сюрпризом, и вот магазин наткнулся на новую для меня коллекцию. Еще не видел я ее в десертах. Это пингвины Мадагаскара, да, к мультфильму DreamWorks. Ну, вот сегодня посмотрим, что у нас попадется. Вообще, десерт сюрпризом прям такой какой-то продукт. Да, видите, стоит 2020, то есть действительно новый абсолютно десерт сюрпризом. Не знаю, все-таки перевыпуск это или, может быть, конечно, мультфильм новый выходит про пингвинов с Мадагаскара. Не знаю, честно говоря, не слышал. Но вот, тем не менее, выпустили их, может быть, перевыпустили в десертах. И давайте посмотрим, как вообще выглядят они. Вот тут почему-то открыто. Так, ну по картинке выглядят они неплохо, да. И это цельные фигурки вроде бы. Или все-таки это одевается на карандаш. О, смотрите, вот такая вот обезьянка у нас. Ну, выглядит очень-очень симпатично, в принципе. А, это надевается на палец, наверное, да. И вот так вот можно играть, да, либо на какой-нибудь карандаш. Нет, карандаш тоже подойдет. Ну что ж, выглядит очень-очень так симпатично. Ну, хотелось бы, конечно, все-таки каких-нибудь цельных фигурок. Вот по-прежнему на днях купили, кстати, Пав Патруль опять был. Были у нас уже обзоры, и вот классный. Для меня это прям вот пока что лучшее из этих десертов сюрпризов, да, Щенячий Патруль. Там прям настоящие большие целые собачки. И прям вот классный Пав Патруль. Много у нас уже их. Вот они продаются, постоянно выходят. Не знаю, повторно выпускают их. Ну вот в этот раз пингвины Мадагаскара появились в магазине. И здесь у нас снова пингвинчик. Ну вот так себе, в принципе, сделан. Ну, вот такой же принцип. Да, можно, наверное, на пальчик одеть небольшой, или либо на карандаш тоже подойдет. Так, ну давайте посмотрим последний пингвин наш с Мадагаскара. Как он будет выглядеть? Кто нам попадется? Может, попадется этот наш, как же его зовут? Главного, да? Короля, король. Но, судя по всему, нет. О, это наш главный, да, начальник пингвинов попадается. Ну вот, он уже выглядит, в принципе, похожим на себя. Итак, ну вот такая вот коллекция пингвинов Мадагаскара. 6, получается, ему здесь 10 у нас игрушек в коллекции. Ну, в целом неплохо. И, да, больше, в принципе, нечего сказать. В целом, очень-очень неплохо. Но вот не знаю, с чем это связано. Может быть, все-таки выйдет новый мультфильм. Ну, посмотрим, как будет развиваться десерт с сюрпризами. Что новенького будет в них выходить. Ставьте лайк, если понравилось видео. И у нас скоро будет много новых интересных обзоров. Всем спасибо. Пока-пока.